Всем привет, меня зовут Олеся. Хочу вам сегодня рассказать, как в нашем сообществе I'm Ubuntu мы дарим и получаем подарки. Когда вы к нам присоединяетесь, у вас открывается личный кабинет, в котором вы видите 6 досок. Каждая из них с разной суммой подарка, от маленького до более крупного. Двигаться мы будем по ним постепенно, не будем мы открывать все сразу. Так что немножечко наберемся терпения. Но давайте по порядку. Начинаем мы с бронзовой доски. Подарок на этой доске $100. Это единственный раз, когда вы со своего кармана дарите подарок. Ваша цель — дойти до центра доски и стать позицию легенды или по-простому получателя тех самых подарков. Когда вы до этой позиции доходите, вы получаете 8 подарков по $100, и на выходе у вас уже получается $800. Далее из этих $800 вы 400 дарите на серебряной доске новому получателю или легенде. Когда вы доходите до позиции легенды, вам также 8 человек дарят по $400, что в сумме выходит у вас 3200 долларов. Далее у вас открывается золотая доска, где вы из ваших 3200 долларов дарите 1600 и доходите снова до позиции легенды, на выходе, где у вас получается уже 12 800 долларов подарками. Следующая доска у нас открывается платиновая. Здесь у нас уже подарок номиналом в 5000 долларов. И на выходе вам дарят 8 человек подарки по 5000 долларов, что составляет сумму в 40 000 долларов. И следующая доска у нас уже бриллиантовая. Здесь сумма подарка составляет 20 000 долларов. В позиции легенды вы уже получаете 8 подарков на сумму 160 000 долларов. Это наши 5 основных досок, на которых мы постоянно дарим и получаем подарки. Но у нас есть еще и 6-я доска для людей, которые хотели бы к нам присоединиться, но у них просто нет финансовой возможности. Поэтому у нас открыта при входе в ваш личный кабинет еще и медная доска, где сумма подарка составляет $12,5. Эта доска называется разгоночная. Ваши $12,5 вы можете разогнать до $100 для того, чтобы вы смогли подарить эти $100 на бронзовой доске. То есть, если посчитать, получается, когда вы становитесь легендой на медной доске, по $12,5 8 раз вам подарят подарок, и у вас в сумме выйдет как раз те самые $100, которые вы и подарите на этой бронзовой доске. Еще раз повторюсь, что это просто разгоночная доска, и здесь вы именно получаете подарок для входа на бронзу, где далее вы сможете уже дарить и получать подарки, которые вы сможете использовать в свое удовольствие так, как вам будет угодно. И это еще не все, дальше еще интереснее. Когда вы закрываете очередную доску, вступая на следующую доску, у вас открывается доступ к предыдущей доске, и она уже будет называться у вас вечная. А вечная она, потому что вы сможете вечно, бесконечное количество раз дарить и получать подарки, пока вам не надоест просто это делать. И смотрите, как это работает. Когда вы закрываете свою бронзовую доску, то есть получаете свои 8 подарков по $100, у вас открывается доступ к серебру. И вы из этих 800 дарите 400. Как только получатель на серебряной доске подтверждает то, что вы подарили ему подарок, у вас открывается вечная бронза, где вы также с этих 400 оставшихся $100 дарите на бронзовой доске новому получателю, и у вас на первый круг остается $300, но вы здесь уже получается в плюсе. Но дальше почему интереснее? Потому что вы снова подарили $100, когда вам снова подарят 8 раз подарки по $100, вы 100 из этих 800 снова подарите на бронзовой доске уже на третий, а 700 вы сможете уже тратить в свое удовольствие. И так до бесконечности. Когда снова закроется третий круг, вы из 800 100 подарите, а 700 заберете. И так много-много раз. При этом вы еще сможете с этих же $700 на медную доску зайти, если захотите. Никто вас, конечно, заставлять не будет, но я думаю, такое желание может у вас возникнуть. Здесь вы можете еще $12,5 просто подарить, и у вас будет $100 на выходе. Из них снова подарить 12,5 и опять $100 на выходе. И так далее. Чистой прибылью, как мы говорим, да, у вас выйдет $87,5. Как вы видите, здесь у вас уже крутятся две вечные доски. Далее, после того, как вы получите 8 подарков по $400, из 3200 полученных дарите 1600 на золотой доске. Как только вас там подтверждают, у вас открывается вечное серебро. И также можно будет их до бесконечности прокручивать. Из оставшихся 1600, 400 вы дарите на серебро. И на выходе у вас снова 3200. Из них третий круг 400 дарите
2800 забирайте, снова 400 дарите, 2800 забирайте и так далее. Здесь у вас работают уже три круга одновременно. Далее работает такой же самый алгоритм. Получили подарки на золоте, открывается платина. На платине вас подтвердили, открывается вечное золото. Чистыми до бесконечности вы получаете 11200, столько раз, сколько захотите. И далее то же самое. Бриллиантовая доска открылась, подарили, вас подтвердили. Открывается вечная платина, и вы прокручиваете снова и снова и получаете по 35 тысяч долларов. И также и бриллиантовая доска, как только вы с нее выйдете, она у вас откроется вечная. И будете чистыми получать за минусом 20 тысяч долларов 140 тысяч долларов. И видите, как интересно получается. 6 досок можно прокручивать одновременно. Главное немножечко набраться терпения и пройти каждый первый круг. И потом вы ощутите, насколько шикарные вам будут дарить подарки. Где вы еще встречали такое сообщество, где могли получать вот такие подарки еще и от незнакомых вам людей? Если сложно ориентироваться в долларах, я для того, чтобы было более понятно, перевела вам их в рубли. То есть сколько в рублях вы будете получать ваши подарки. Это я приравняла к курсу цифрового доллара 63 USDT. Он, естественно, может меняться, зависит от его волатильности, поэтому здесь может быть там плюс-минус, но в любом случае согласитесь, что подарки впечатляют. И немножко хочу вам еще цифр показать. Здесь я суммировала 6 наших разных подарков на каждой доске, каждый раз, когда вы пройдете только один круг. Если сплюсовать все 6 наших досок, итого получается у нас 189 788 долларов. Если еще раз перевести на рубли, это получается почти 12 миллионов рублей. Опять же повторюсь, что цифровой доллар здесь равен 63 USDT. Ну как вы думаете, стоит ради такого присоединиться к нашему сообществу? Здесь мы просто дарим подарки от души, от чистого сердца, а потом восьмикратно получаем. Поэтому, если вы хотите поменять свою жизнь, хотите поменять жизнь ваших родственников, близких, друзей, помочь им как-то финансово, значит, вам нужно к нам. Приходите, мы вас ждем, ведь каждый достоин подарков.